Исторический снимок, сделанный в исторический момент. 15 великих азербайджанцев только что учредили Академию наук республики. Это фото на память. Безвестный фотограф запечатлел интеллектуальное лицо нации. В канун 70-летия этого события мы отправились к президенту Академии наук Азербайджана, академику Акифу Ализаде, чтобы поговорить о великих и великом. Сегодня, когда собираемся отмечать 70-летие нашей Академии наук, мы и сегодня с большой благодарностью вспоминаем этих людей, потому что они создали достаточно прочную базу развития очень важных, серьезных, азербайджану нужных направлений науки. Она учреждалась, эта академия создавалась, пока шла еще война. Это был март месяц 1945 года. Значит, советские войска уже в Германию проводили наступательные операции. Несмотря на это, значит, советская страна решила, что в Азербайджане настало время иметь собственную свою академию. И вот 27 марта 1945 года она решением правительства, решением Президиума Верховного Совета СССР, она была учреждена. Конечно, это было для Азербайджана действительно каким-то серьезным импульсом для последующего развития. Этот день один из самых светлых и радостных в моей памяти, вспоминал великий хирург, академик Мустафабек Топчебашев. Я гордился моим народом, его наукой, его первыми академиками. Чувство гордости – хорошее человеческое чувство. В академии собрались лучшие умы того времени. Это были люди влиятельные, в том смысле, что влияли на развитие всех областей науки. И в то же время сердечные, доброжелательные, преданные товарищи, говорил архитектор Садык Дадашев. Здесь царила атмосфера созидания и уважения друг к другу. Это была замечательная академическая семья, которая бережно растила будущих ученых, свидетельствовал патологоанатом академик Иван Широкогоров. Воспользуясь этой возможностью, конечно, выразить благодарность господину президенту Азербайджана о том, что он подписал распоряжение о проведении нашего юбилея. Недавно господин президент приехал, вы знаете, на открытие новой нашей библиотеки, научной библиотеки Академии наук, которая только построена по его же инициативе. Мы 5 мая мы с ним вместе перерезали ленточку этой новой библиотеки. И там тоже мы сделали 15 бюстов этих ученых. А там были и ботаники, и зоологи, и строители, и архитекторы. Ашраф Ализаде, он был нефтяником, Шамиль Азизбеков был петрологом, а Мирали Кашкай, он был геохимиком. Вот представляете, сразу, как выбрали сразу этих выдающихся людей. Выбирали, наверное, в аппарате, в управлении, в правительстве, наверное, сам Мирджафар Багиров. Когда академик Ашраф Ализаде работал у нас в Институте геологии, а в то время, когда учреждали академию, он был вторым секретарем Центрального комитета партии, и он показывал мне список, который утверждал тогдашний Мирджафар Багиров. Я видел, а там было 18 имен, там были вычеркнуты некоторые имена и вписан один сам Ашраф Ализаде. К списку грозного Мирджафар Багирова мы еще вернемся в новелле, посвященной академику Ашрафу Ализаде. Академия наук разместилась в самом прекрасном здании города, архитектурной жемчужине Баку Исмаили, который символизировал национальный дух, его традиции и идеалы. Кстати, национальный дух никогда и не покидал этот храм науки. Азербайджанская академия была одной из самых авторитетных научных структур СССР, имея в полном объеме все направления в современной науке и все на очень высоком уровне. Здесь создавалось Азербайджанское академическое содружество. Академия была их домом, она была всегда с ними, с первых шагов до последней черты. В этом зале открыл первое заседание первый президент Академии наук, великий врач Мирас Адулла Миркасимов. Здесь проходили серьезные конференции, симпозиумы, на которых азербайджанские ученые докладывали о своих открытиях. В стенах Академии познал мировую славу математик Заид Халилов. Юсиф Мамедалиев доказывал научную необходимость в мощном телескопе, который и возвели под его руководством. Здесь чествовали Самеда Ургуна, Мирзу Ибрагимова, Шамиля Азизбекова. Отсюда в последний путь провожали Мустафабека Топчебашева.
15 учредителей, которые создали Национальную академию наук Азербайджана, они были достойно избраны тогда и выбраны тогда как учредители. И каждый из них имел огромную роль в азербайджанской науке и оставил после себя соответствующую школу. Когда вернется золотой век азербайджанской науки? Кто настоящий автор знаменитого коктейля Молотова? Почему нас лишили Нобелевской премии? О судьбах великих ученых, о жизни, похожей на роман с шекспировскими страстями, о прошлом, настоящем, будущем. И не только об этом. Наши следующие новеллы из цикла «История одной фотографии». Не пропустите!